20.00 в Украине. Вы смотрите подробности. О главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Ночной бюджет. Как парламентарии утверждали смету и кому и сколько выделили денег? Не отстранили. Чего дальше ожидать в деле против главы Центризбиркома? Подкинули свинью. Зачем в Умане в синагогу подбросили отрубленную свиную голову? Кого бояться? Какие страны и организации попали в обновленный перечень недругов США? Предрассветное голосование. Сегодня рано-рано утром Украина все же получила бюджет на следующий год. Как это было? Полная хронология событий в материале Елены Зориной. Их рабочий день снова закончился под утро. На счету этого созыва уже третья бюджетная ночь. К 8 вечера у нардепов из проголосованного был только один бюджетообразующий документ – правки в бюджетный кодекс. А впереди ждал налоговый и закон об инвестиционном климате. Под споры в 11 вечера приняли первый документ после полного рассмотрения, а это на минутку 356 правок. В три ночи проголосовали второй. Депутаты настроены оставаться в зале до упора, а под купол пришли даже те, кто в Раде в принципе. В принципе, редкий гость. В кулуарах кто сетует, а кто иронизирует. Все готувалося до того, що це буде в четверг. Ми всі побачимо бюджет. Тепер маємо ту саму ситуацію, коли треба вночі, коли ще бюджетний комітет засідає, а отже вивчити неможливо. Це буде бігом, нахрапом, переламування через коліна. Спеціально так робиться, щоб потім розбіжатися на канікули і не дивитися людям в очі. Можуть протащити. Мені дуже приємно, що це в цю ніч, тому що у мене нарешті день народження. Сьогодні 21 грудня, і я вперше святкую це прямо в залі Верховної Ради. Трем ночи после двух перерывов у нардепов на руках все нужные законы, но бюджета нет. Чтобы потянуть время, даже закон о высшем совете правосудия приняли. И чаевничали с конфетами прямо в зале. Некоторые даже умудрились поспать. Тогда как в другом помещении за закрытыми дверями сводили бюджет, поскольку на основе проголосованных законов пришлось корректировать цифры в смете. А еще документ напечатать. В зале снова перерыв. В кабинете у спикера говорят главы некоторых фракций. Там и президент Порошенко, и экс-премьер Яценюк. Не ставиться в основі обговорення документу, а ставиться в основі тиснути на своїх депутатів, Порошенком на своїх і лідерів фракцій, Яценюком на своїх. Тепер дуже важливо подивитися, хто за це щастя для України, яке стверджує корупцію і закріплює бідність, руйнує економіку і фінансову сферу держави, яке буде допускати колосальну емісію пустої гривні, хто за цей бюджет проголосує. К 4 утра, наконец, в парламенте заговорили о бюджете. Нардепы на последнем дыхании и уже готовы проголосовать. Но спикер призывает еще раз пройтись по всем показателям. А профильный министр, хоть и коротко, но представляет смету. Нарешті бюджетный марафон доходит своего логичного завершения. Бюджет было подано, підготовлено вчасно. Але традиції приймати бюджет вночі біля ялинки виявилися сильнішими. Мнения депутатов разделились. Оппозиция, Батьківщина и Самопоміч документ не поддержали, хотя последние все же дали 5 голосов. За что вы будете голосовать, не знаю. За слова так, за обещанки так. Але це не форма, а це приниження. Ми сьогодні отримали бюджет, за який важко проголосувати. Тільки тому, що я не знаю, чи в цьому бюджеті є людина. Бо я сьогодні його не отримав. Це є бюджет вироку цій коаліції і цьому уряду. Фракція «Батьківщина» за такий бюджет голосувати не буде. При зростанні виплат на силовий блок країні, виплати і збільшення пенсії, що є ключовою і найболючою проблемою в країні, збільшується тільки на 10%. Закладається мінімальна пенсія на рівні 1600 гривень. На наших очах проходить будівництво поліцейської держави зі збільшенням виплат на силовий блок і зменшенням соціальних стандартів. Наша фракція прийняла рішення не підтримувати бюджет. Две фракции, коалиции, радикалы, две депутатские группы и малая часть нефракционных в смете нашли плюсы. А потому усердно и в последний раз призывали документ поддержать. Це буде бюджет росту.
Це буде бюджет економічної спроможності нашої країни в наступному році. Критика врахована, а критиканство відхилено. Бюджет соціальний, оскільки вперше масштабніше таке підтримання і підвищення соціальних стандартів. Хто буде голосувати за цей бюджет? Той, хто любить Україну. Последние слова убеждения звучат уже от премьера. Владимир Гройсман говорит и о зарплатах, и о ВВП, и в который раз призывает проголосовать за бюджет. Когда молодые депутаты делают флешмоб и говорят, что это не бюджет, я ничего не имею против, потому что они не имеют опыта. Читайте регламент, учите материальную часть. Я всегда сказал, что вы профессиональные бездари. Это людоцентричный бюджет. Мы обеспечиваем выдатки обороны. Ми будемо будувати масштабні дороги, ми будемо підтримувати аграрний сектор, ми підвищимо заробітну плату вчителям на 50%. І зал проголосував ближе к рассвету за бюджет ночі 274 за. Кабмін аплодував стоя. Яценюк, будучи прем'єром, стільки голосів за фіндокумент не набирав. А депутати, громко хлопая, ушли на вихідний. Раніше в перервах вони вирішили в середу віддохнути, а зимні канікули продлити, замінив пленарну неділю в январі на неділю роботи з избирателем. Єлена Зоріна, Екатерина Лисенко, Максим Чеблін. Подробності телеканал «Інтер». Итак, что же проголосовал парламент прошлой ночью? Это показатели бюджета 2017, которые опубликованы на данный момент. Доходная часть 721 миллиард гривен, расходная 790 миллиардов. Таким образом, дефицит бюджета составит 70 миллиардов гривен или 3%, как хотите. Разницу планируют компенсировать за счет внешних кредитов и приватизации. Наполнять же доходную часть власть собирается, кроме прочего, за счет повышения акцизов на алкоголь и сигареты. И то, и другое, к слову, подорожает с 1 января. А вот 2% пенсионный сбор с валютно-обменных операций нардепы отменили. В казне 2017 года заложены следующие макропоказатели. Рост ВВП 3-4%, инфляция 8%, уровень безработицы 8,6%. Прогнозируемый уровень госдолга 66,8%. ВВП и курс гривни на уровне 27,2 за доллар. Прожиточный минимум на одного человека в месяц с нового года составит чуть более 1500 гривен. С 1 декабря 1700. Минимальная зарплата с нового года 3200 гривен. За повышение минималки в казне предусмотрели почти 30 миллиардов. На четверть выросли расходы на здравоохранение и на 500 миллиардов стипендии. 5% ВВП составят расходы на оборону и еще столько же на погашение иностранных заимствований. Не забыли нардепы и о себе. Увеличили размер командировочных для зарубежных поездок в 2 раза. Теперь они могут в сутки тратить целых 80 евро. Жалование услуг народа будет колебаться от 26 тысяч гривен до 32 у спикера парламента. Напомню, своевременное принятие госбюджета на 2017 год было одним из условий, которые выставил Украине Международный валютный фонд для предоставления очередного транша в начале следующего года. Бюджет на 2017 год может стать катастрофой для села. Об этом заявляют в Ассоциации украинских фермеров. Еще 2 года назад Кабмин Яценюка отменил фермерам налоговые льготы. В новом бюджете их решили компенсировать дотациями. Выделили целых 4 миллиарда гривен. Но вот получат их только крупные аграрии, а именно в основном крупнейшие производители птицы. Мелкие и средние хозяйства могут попросту остаться без оборотных средств, а значит, тысячи людей лишатся работы. Так говорят эксперты. Краина будет вымушена сплачивать 2-3 таким компаниям шалені кошти, приблизно десь майже 2 мільярди на наступного року, для того, щоб вони себе почували ще краще. Найбільший шмат отримує Миронівський хлібопродукт. Вони конче потрібні малим підприємствам, середнім підприємствам. Їм буде дуже важко. Вони отримують потужний удар, їм потрібно десь взяти приблизно 20-25, можливо, відсотків обігових коштів. Десь вони мають це взяти. Кредити ще дорогі. Достучатися до пільг їм дуже важко. От і дивитися, що буде далі.
Бюджет проедания, стагнации и дисбаланса. Так охарактеризовали эксперты, утвержденный ночью в Раде финдокумент, по которому мы будем жить в следующем году. Безоговорочным плюсом назвали разве что своевременное его принятие. А вот к цифрам, часть из которых до сих пор не обнародованы, у экономистов и политологов немало вопросов. Прийняли, насправді, кота в мішку. Тому що до цього часу фінального тексту закону України про державний бюджет на 2017 рік немає. Ключовими рисами цього бюджету, на мою думку, стали все ж таки посилення тиску на бізнес. Через фактично підняття оцієї мінімальної зарплати, яка призведе до відповідних більших відрахувань. Соціальні стандарти, які заплановано там ріст, це мінімальний, я би сказав, декоративний ріст. Населення потрібно готуватися до більш високої інфляції. Все-таки 8% не буде, буде вище 10-12% інфляція. В тому числі і 3200 в цьому допоможуть. В том числе и повышение акцизов. Инфляция будет в районе 10%. 10% это около 3 гривен на долларе. То есть это приближает курс в район 29-30 гривен за доллар. Серьезной расходной частью, которая вызывает опасения, является 5,5 миллиардов долларов, которые надо отдать на рекапитализацию недавно национализированного Приватбанка. Увеличивается объем украинского долга. В 2017 году только за обслуживание наших внутренних и внешних годов мы должны будем отдать около 5% ВВП. Для того, чтобы выдерживать финансовую стабильность в следующем году, надо заемного ресурса от 5 до 10. Миллиардов долларов. А вот в Кабмине принятый ночью бюджет называют реалистичным. На заседании министры обсудили основные нормы нового документа. Чему радовались, узнаем от Анны Каменевой. После долгой бюджетной ночи министры почти в полном составе собрались на свое заседание. Они уверены, традиционные ночные посиделки в парламенте на качестве главного финансового документа страны не скажутся. Тому что мы совы. У нас, скажу, все хорошие решения у нас принимаются в ночи, начиная с Конституции. Как и планировали, заложили в бюджет и экономический рост. Внутренний валовый продукт Украины в 2017 году взросте на 3%. Мы думаем, что это будет как минимум. Основой этого взросления должен стать экспорт и инвестиции. И повышение зарплат бюджетникам. Медикам на треть, учителям почти наполовину. Нашим лекарям от 3960 и до максимального показника 8475 гривен. И нам удалось поднять заработную плату на каждого учителя среднемесячно от 1672 гривен до 2140 гривен. Это плюс до той зарплаты, которую украинские учителя получили в 2016 году. И так это между 3960 гривен до 6800 41 гривень. Минимальная зарплата тоже повысится вдвое до 3200. И это, уверяют в Кабмине, никак не скажется на получении субсидий на коммуналку этой зимой. До закінчення опалювального сезону, тобто до 30 квітня, субсидии не будут переглядаться. Все, что призначено, так людина навіть с большей заработной платой, она будет платить той размер, который ей призначен. Он не будет переглядаться. В общем, на субсидии в следующем году выделят 47 миллиардов. В министерстве уверены, хватит. Может, даже и останется. Дадут деньги и на дороге. Недавно назначенный глава Украавтодора рассказал о планах по ремонту, строительству и обслуживанию трасс. И посетовал, работы не в проворот. В плохом состоянии 97% дорог и более половины мостов. За 18 миллиардов мы сделаем более чем 2200 километров дорог и более чем 5 километров мостов. И тут я говорю только о ремонтах, без эксплуатационного содержания и погашения долгов. Всего это 29 миллиардов гривен. Финансирование, которое было предусмотрено в проекте бюджета на следующий год, приведет к ухудшению состояния дорог в быстром темпе. Денег накинули. Премьер уверяет, теперь должно хватить. Вырастут и местные бюджеты. Местные бюджеты в этом году будут зростати еще на 24%. Местный акциз до тех бюджетов, которые он сегодня зараховывается, должен зрости. И от изменения системы администрирования мы ожидаем, что по всей стране этот акциз зросте для местных бюджетов больше, чем на 2 миллиарда гривень.
Но не бюджетом единым на сегодняшнем заседании Кабмин продлил эмбарго на российские товары еще на год. Зоны свободной торговли с агрессором не будет. Под запретом по-прежнему импорт продуктов химпромышленности и железнодорожного оборудования. Анна Каменева, Вячеслав Рылов. Подробности, телеканал Интер. Нацполиции так и не удалось найти злоумышленников, которые накануне устроили перестрелку с патрульными в столице. Напомню, вчера вечером в полицию поступило сообщение о том, что по городу движется автомобиль такси с вооруженными людьми. Патрульные остановили машину и потребовали у пассажиров предоставить документы. Те отказались, попытались скрыться. Во время этого преследования завязалась перестрелка. Через некоторое время водитель-беглец не справился с управлением и врезался в препятствие, после чего сбежал вместе с подельниками. Как утверждают в полиции, в неизвестном направлении. В результате дій на місці виявили, патрульні знайшли в невеликому досить радіусі від місця подій від автомобіля, знайшли три одиниці зброї, патрульні не пошкоджені, постраждав лише службовий автомобіль, в якому є сліди від куль. Зараз проводяться вже всі необхідні слідчі дії для того, щоб встановити, хто ці люди були, яка їх мотивація. Ну и уже далее их расшукают. Члены парламентского комитета по правоохранительной деятельности проигнорировали сегодняшнее заседание. Там должны были поднять вопрос о принудительной отставке главы МВД Арсена Авакова, а также заслушать доклад генпрокурора о ходе расследования трагедии в Княжичах. Из 19 состоящих в этом комитете нардепов на заседание явились всего лишь четверо. И еще несколько народных избранников из других комитетов. В результате доклад Луценко все же заслушали. Генпрокурор сообщил о том, что назначено 15 экспертиз. После получения результатов и он будет готов публично заявить о том, кто, кого и из какого оружия расстрелял 4 декабря. Зараз ми будемо чекати приблизно від місяця до півтора місяця результатів призначених експертиз, в першу чергу трасології, балістики, після чого проведемо відтворення події на місцевості, після цього можемо сказати уже не версію, а точно, хто перший вистрілив і хто з якого вида зброї, ким саме, з якої позиції був, на жаль, убитий. Посетил это заседание комитета и бывший коллега Луценко по фракции Мустафа Наем. По его словам, отчет генпрокурора выглядел так, будто расследование трагедии в Княжичах пытается спустить на тормозах. Зараз ми не чуємо конкретних прізвищ людей, які притягнені у порядку кримінального провадження, за те, що вони допустили до вбивства людей. На жаль, зараз це все зводиться до того, що є моральна відповідальність, що, мені здається, не дуже буде заспокоювати родичів тих, хто загинув. Я сподіваюся, що ми все ж таки почуємо реальну картину. Ми все одно вдячні пану Луценку за те, що він прийшов, і національна поліція, яка прийшла минулого разу, але наразі це виглядає, що є просто намагання цю справу спустити на тормозах. И уже после доклада Луценко, отвечая на вопросы журналистов, рассказал о самоубийстве бывшего заместителя главы «Нафтогаза» Геннадия Юрьева. ЧП это произошло сегодня в Винницкой области. Юрьева, который находился в розыске, пытались задержать. За несколько минут до ареста тот успел выстрелить из охотничьего карабина себе в голову. Мы установили его место нахождения в Винницкой области. И в момент вскриття цього будинку сам власник, свідок, колишній заступник «Нафтогазу України» пан Юрєв застрелився. Ми ще тільки вскривали приміщення, коли почули постріл, і його покази були для нас дуже важливими. Присутствовал на этом заседании комитета и нардеп Сергей Каплин. По его словам, не явившиеся коллеги действовали по предварительному сговору и все ради того, чтобы не поднимать вопрос принудительной отставки Арсена Авакова. Ключова тема сьогоднішнього засідання комітету була, звичайно, відставка Авакова. Княжичі, те, що відбулося в інших регіонах країни, те, що щодня відбувається, це наслідок абсолютно непрофесійного, абсолютно злочинного і політично мотивованого керівництва правоохоронними органами з боку міністра внутрішніх справ Авакова. Я вчора став невільним свідком розмови і домовленості між кількома політиками про те, що радикальна партія разом з частиною БПП і Народного фронту сьогодні мала намір зірвати засідання цього комітету.
В Москву не летаю и круглосуточно нахожусь под охраной европейской полиции. Такое заявление сегодня во время пресс-конференции, видео-пресс-конференции, сделал нардеп Александр Онищенко. По его словам, сейчас он находится в Германии, где идет судебный процесс о его экстрадиции в Украину. Нет никакого российского гражданства. Это бред, который выдан на службу безопасности Украины. Бред, вы сами понимаете, который придуман из СМС-сообщения непонятно кого с непонятно с кем. Я с удовольствием вернулся бы в Украину, продолжил бы свою там политическую жизнь. При закрытии уголовного дела я готов вернуться в Украину сразу на следующий. Онищенко также опроверг наличие у него российского гражданства. Всю информацию и о гражданстве, и о коррупционных схемах Александр Онищенко готов предоставить детективам НАБУ. Нардеп заявил, что видеодопрос состоится уже завтра в полдень. И сегодня в столице избирали меру пресечения главе Центра избиркома. Михаил Охендовский проходит как единственный подозреваемый по делу о черной бухгалтерии партии регионов. Какое решение принял суд, узнаем от Натальи Савченко. 8 часов Соломенский суд столицы слушал дело председателя Центризбиркома Михаила Охендовского. В зале яблоку негде упасть от представителей СМИ и госохраны подозреваемого. На повестке дня два ходатайства. В первую очередь гособвинение требует меру пресечения в виде залога – 1 290 000 гривен и подписку о невыезде. Напомню, Охендовскому инкриминируют получение взяток в 2012 году на общую сумму около 18 миллионов долларов. Главный аргумент – якобы его подпись в так называемой амбарной книге партии регионов. Адвокаты, в свою очередь, утверждают, их подзащитный невиновен, а подлинность подписи, как и самой черной бухгалтерии, не доказана. Мы можем подальше переховывать свидетельство, да, возможно, так тоже, возможно, может посыпать про отримание политического притулку, возможность знищить, сховать або створить речи до документы, которые имеют исходное значение для установления обставин криминального права. Судебный эксперт второго экспертного учреждения провел сложнейшую подчерковеческую экспертизу, на которую было вынесено 10 вопросов за один рабочий день. Ваша честь, я просил бы данное доказательство не исследовать. Единое посилання, яке наявне як в підозрі, так і в клопотанні, що свідки з апарату партії сказали, що велася чорна бухгалтерія. Разом з тим, жодного доказу, що саме ці папірці є саме цією бухгалтерією, немає. Відсутній жодний доказ вчинення саме такої дії, як отримання коштів, хабара у будь-якому розмірі. По результатам слушания суд постановил удовлетворить требования частично. Охендовского отпустили под личное обязательство приходить на допросы, а также выезжать за пределы Горинки, где он живет, только с разрешения следствия. И сразу же суд приступает к рассмотрению второго ходатайства обвинения об отстранении Охендовского от должности председателя ЦИК на 2 месяца. Продолжаючи выполнять свои посадовые обязанности, маючи доступ до документов, який не було вилучено детективом Національного бюро, може вживати заходів щодо внесення змін до вказаних документів. Своїх службових установок чи таких зв'язків може використовувати з метою незаконного впливу на органи досудового розслідування в суді. Вчора, вроді би, некоторі з територіальних громад вже встановили перші предварительні ітоги избирательної кампанії. Хто їх буде утверждати? Для роботи органу – це паралізація органу для избирательного процесу, який в країні непрерывний. В результате суд выносит вердикт – обвинению отказать и Охендовского оставить в должности главы Центризбиркома. Сам подозреваемый все же решением недоволен и уже готовится подавать апелляцию. Я співпрацював, співпрацюю и буду співпрацювати зі слідством з єдиною і головною для себе метою – доведення безпідставності усіх без винятку висунутих проти мене звинувачення. Свою апелляцию готовят и обвинения. После оглашения решения суда прокуроры стремительно покидают зал заседаний. Представитель НАБУ тоже отмалчивается, однако не на камеру говорит. Детективы вернутся в ЦИК с обысками и в этот раз найдут правильный кабинет. Наталья Савченко, Александр Васильченко, Алексей Шматов, Сергей Коваленко. Подробности телеканал Интер.
В Умане неизвестные устроили погром в синагоге на могиле цадика Нахмана. Этой ночью несколько мужчин ворвались в помещение, облили все красной краской и оставили на столе свиную голову с вырезанной на ней свастикой. О произошедшем в полицию сообщили охранники комплекса. Уголовное производство сначала открыли по статье «Хулиганство», а позднее «Нарушение равноправия граждан по признаку отношения к религии». Расследование уже взял под контроль генеральный прокурор. Сьогодні скасував свій наказ про відпустку Черкаському обласному прокурору. Він залишається на місці. Я особисто вважаю, що це дуже груба антиукраїнська провокація. Хто би її не зробив? Або агенти Кремля, або внутрішні ідіоти. В будь-якому разі це справа проти України. Проявление гибридной войны усмотрел в Уманском инциденте народный депутат Борислав Береза. По его словам, пророссийские силы используют такие проявления антисемитизма для дискредитации Украины в Европе и Израиле. Происходит это традиционно на фоне улучшения отношений с Израилем, а сейчас происходит в череде целых событий. А именно, сначала голосование Израиля по Крыму, которое фактически против России, затем, сейчас должен в следующей неделе быть официальный визит премьер-министра Украины в Израиль. Как только начнется пресечение подобных преступлений, так сразу же уменьшится желающих, количество желающих, которые захотят погреть на это в руки. Комитет Верховной Рады по иностранным делам поддержал включение нардепа Вадима Новинского в делегацию ПАСЕ. Таким образом, депутаты удовлетворили просьбу фракции «Оппозиционный блок» о замене их представителя в парламентской ассамблее Совета Европы Дмитрия Шпенова. Напомню, что украинская делегация ПАСЕ формируется с учетом квот фракций и парламентских групп. Верхняя палата парламента Нидерландов поддержит ратификацию соглашения об ассоциации Украины и ЕС. В этом убеждены журналисты голландского издания «Телеграф». По их данным, премьер Марк Рютте убедил голосовать за ассоциацию влиятельную фракцию христианско-демократического призыва. Ранее поддержать ассоциацию Украины и ЕС обещала оппозиционная партия «Гроен-Линкс». Напомню, 16 декабря правительство Нидерландов предварительно одобрило законопроект о ратификации этого соглашения. И это не единственный жест поддержки от Нидерландов. Напомню, окружной суд Амстердама одобрил возвращение оспариваемого оккупационными властями Крыма скифского золота в Киев. А Украина возвращает украденные шедевры в Италию. Музей Кастельвеккио получит раритетные полотна Рубенса, Тинторетто, Беллини, Монтеньи. 17 картин эпохи Возрождения, похищенные в прошлом году и найденные украинскими пограничниками, уже сегодня доставят в Верону. Сопровождают шедевры итальянские карабинеры и музейщики. И сегодня стало известно, что украинская сторона выдаст Италии одного из грабителей Веронской галереи. Об этом заявили в Генпрокуратуре. Колпеволи сono stati individuati. Очень важно, что виновных все-таки нашли и задержали. Они будут наказаны. Возвращение нашего исторического наследия станет точкой отсчета для укрепления сотрудничества Италия-Украина. Сьогодні, коли ми повертаємо ці картини в Італію, відбулися дуже плідні переговори. Впевнений в тому, що сьогодні також ми започатковуємо дуже ефективну, дуже надійну співпрацю між Україною і Італією в галузі культури. Их называют воинами в камуфляжных халатах. С начала войны в прифронтовой зоне работают группы медиков. Рискуя жизнью под пулями боевиков, они спасают украинских солдат. О героях медицинского фронта подробнее Геннадий Вивденко. Город Славянск, район комбикормового завода. Здесь был один из первых опорных пунктов вооруженной агрессии против Украины. Сейчас здесь передвижная, мобильная стоматология лечат украинских бойцов. Война идет, мы все воюем. Кто стреляет, кто подает патроны, кто помогает по-своему. Я по своей сфере деятельности обязан помочь таким образом. Мы обязаны. Гражданин ближневосточного государства Салим уже 15 лет живет в Украине. Есть бизнес в стоматологии. Потратил несколько десятков тысяч долларов на эту мобильную клинику. Первое ее путешествие в зону АТО. Я мог бы ехать перед Новым годом отдохнуть где угодно, хотя бы домой к своим родным, но тем не менее я выбрал ехать к военным, как минимум их поддержать. Они защищают родину, они нас защищают, и они бросают свои семьи, бросают всего для того, чтобы помогли. Сегодня с 9 утра и до победного конца будет работать.
Ну, если мы живем в этой стране, мы должны помочь. Материалы используются, оборудование точно то же, что мы используем в нашей клинике, поэтому здесь мы можем проводить практически любую манипуляцию, вплоть до имплантации. Бойцы воюют почти 3 года, прошли ожесточенные бои в Луганской и Донецкой областях. Стоматолога многие не видели годами. Нет, не было никогда в жизни такого обслуживания. И отношения врачей к нам, и все остальное. В домашних условиях я себе даже не могу позволить. Волонтерський рух сам по собі спадає. І тут дуже приємно, що от людина знайшла можливість, поїхала. І от вчора поїхали ввечері, і зразу в роботу почали зразу лікувати хлопців. Доктор хороший, молодчага, робить все, що положено. Завтра Салим из Славянска с мобильной клиникой отправляется во фронтовую Авдеевку, потом под Донецк, Маринку. Если кому-то надо, мне все равно какой полк. С Авдеевки тогда возвращаемся сюда. Если кому-то надо, еще ночью мы доделаем. Работали вчера до 10:30 ночи. За сутки доктор Ливанец и его киевский коллега успели вылечить 25 украинских бойцов. Геннадий Вивденко, Вадим Ривун, Руслан Терентьев. Подробности. Телеканал Интер из Донецкой области. О специальном статусе оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей сегодня говорил посол Германии в Украине Эрнст Райхель в эфире «Радио Свобода». По его словам, специальный статус часть Донбасса может получить только после местных выборов, и пройти они должны под контролем и при содействии наблюдателей ОБСЕ. При этом посол еще раз подчеркнул, что позиция Запада остается неизменной. Крым и Донбасс – это территория Украины. Список врагов Америки. Вашингтон определяет, какими будут приоритеты при Трампе. Почему из перечня противников неожиданно исчезла Россия? И какие угрозы Белый дом считает теперь самыми опасными? Дмитрий Анопченко об этом подробнее. Если при Обаме Соединенные Штаты старались влиять на происходящее по всему миру и вмешивались во все, то при Трампе страна, скорее всего, выберет 2-3 ключевых направления, в которых будет жесткой и решительной, но остальное может уйти из списка приоритетов, сосредоточиться на внутренних проблемах. По крайней мере, такой вывод можно сделать, посмотрев на документы, которые не предназначались для прессы, но попали сегодня журналистам. В распоряжении авторитетного Foreign Policy оказалась внутренняя переписка Пентагона, из которой очень многое становится понятным. Замминистра обороны страны Брайан Маккеон разослал имейл подчиненным. Дескать, встречался с руководством команды Трампа, людьми, определявшими внешнюю политику еще при Буше, и получил инструкции. Приоритеты внешней политики в области безопасности. Главных направлений всего 2. В реальном мире нанести удар по боевикам Исламского государства, в виртуальном пространстве защитить страну от хакеров. Команда Трампа также требует немедленно повысить эффективность армии и увеличить расходы на оборону. Что интересно, в документе упоминаются главные для страны угрозы, для противостояния которым сейчас и проводят секретные брифинги для команды Трампа. И там указаны только 3 названия – ИГИЛ, Северная Корея и Китай. Ни слова о России. Документ не предназначался для посторонних глаз. И понятно, что эта утечка наделала много шума. По-видимому, письмо передал журналистам кто-то из первых лиц Пентагона, не согласный с возможными изменениями курса страны. В военном ведомстве отказались комментировать происходящее. Лишь сообщили, дескать, мы и по России инструктажи для команды Трампа проводили. А в штабе победителя на президентских выборах назвали этот список неполным. Но даже если это и правда, то публикация все равно еще раз продемонстрировала, при Трампе многое поменяется. И времени на то, чтобы переубедить, чтобы Украина, Донбасс остались в списке приоритетов Вашингтона, очень мало. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. И тем не менее, санкции в отношении России США все же расширили из-за оккупации Крыма и ситуации на востоке Украины, так указано на сайте американского Минфина. Под ограничения попали 7 физлиц, 34 компании и организации, а также 2 судна. Нефтяные танкеры «Маршал Жуков» и «Сталинград». В Кремле уже отреагировали на это расширение. Пресс-секретарь Путина Песков заявил о том, что Москва примет адекватные меры. В Одесской области новый руководитель, главой облгосадминистрации стал Максим Степанов. Его кандидатуру после победы на конкурсе утвердил Кабмин. Теперь дело за президентом. Для Одесской области он человек не новый. В свое время был замом губернатора. В последние годы руководил госпредприятием «Полиграфкомбинат Украины», которое занимается изготовлением бланков официальных документов. Напомню, на кресло одесского губернатора после отставки Саакашвили претендовали больше 30 человек.
Без Нацгвардии никак. Глава Рівненської області просит у МВД подкрепление. Дескать, ситуация с янтарным промыслом усложнилась, и без вмешательства нацгвардейцев ему не обойтись. Напомню, когда работу оперштаба фактически свернули, глава администрации почему-то молчал. В этом вопросе разбиралась Инна Белецкая. МВД до последнего отрицали прекращение работы оперштаба по борьбе с незаконной добычей янтаря. При этом никак не могли объяснить, как можно противостоять старателям без вооруженных бойцов. Мы приехали туда, где ведут промысел, и застали вот такую картину. Полиция сюда попросту не является. По словам местных жителей, ситуация на Полесье ухудшается. Говорить открыто, люди не хотят, бояться. Не на камеру рассказывают, если старатель хочет добывать янтарь. С помощью одной мотопомпы это стоит от 400 до 1000 долларов в день. В цену входит и гарантия от задержания. Еще говорят, что стоят за всем львовские, киевские и местные криминальные авторитеты. И вот, наконец-то, янтарный беспредел замечает глава администрации. Пишет министру Авакову письмо с просьбой вернуть в область Нацгвардию. Мы бачимо, що тільки штаб залишив нашу територію, відразу почався видобуток більш сильніший. Навіть Національна гвардія, Національна поліція на сьогоднішній день, мабуть, не в силах вирішити цю питання на 100%. Впрочем, рівненські поліцейські увіряють, в районах, де добувають янтарь, все спокійно. Да і сил у них достатньо. На забезпечення правопорядку в північних районах залучені правоохоронці спецроти, а також поліцейські Варажського, Костопільського та Березнівського районів. Також біля Федоровки організований блокпост. Получил ли министр Аваков письмо главы обладминистрации, как на него отреагировал, неизвестно. Возможно, то, что происходит на янтарных землях, в МВД большой проблемой не считают. И парламент не спешит принимать закон о старательском промысле. Инна Белецкая, Николай Василюк, Алла Матюшок. Подробности, телеканал Интер. И еще одна проблема, которая требует внимания парламента, это борьба с сигаретной мафией. Пограничники чуть ли не каждый день ловят контрабандистов, но тем, кроме штрафа, ничего не грозит. На какие хитрости идут мошенники, расскажет Ольга Поломарек. Это видео пограничники сняли в небольшом селе Фальков. Внедорожник, забитый сигаретами, пытался незаконно проехать в Румынию. На требование остановиться водитель не реагировал. Пришлось вызвать подмогу. Еще несколько отрядов пограничников. Такие случаи здесь не редкость. Буває, що досить зухвало, буває не тільки обходиться ненормативною лексикою, але буває досить намагаються і здійснити якийсь фізичний вплив, окрім того, що подавити психологічно. Пограничники розказують, любителі легкої наживи возять сигарети не тільки в салоні автомобіля. Контрабанду прячуть в сумки з продуктами, в мебель, а хтось і вовсе переносить груз на себе. Так називаємо верблюди працюють цілими групами. Є так називаємо фішкарі. Люди, які йдуть вперед заздалегідь. 2, 3, 4, може навіть більше годин. Які продивляються ліс. Вони прямують до загороженого паркану і таким образом вони можуть відстежувати. Бізнесом займаються цілими сім'ями. Нерідко вовлікають і несовершеннолітніх. На вооруження у контрабандистів біноклі, тепловізори і навіть квадрокоптери. Є випадки, коли ми затримуємо їх з радіостанціями, тобто вони теж дуже добре оснащені. Вони спостерігають за діями прикордонних нарядів тепловізорі, які зараз в вільному доступі, вони їх купляють. За один ящик, переправленных на ту сторону границы сигарет, контрабандист получает 300 евро. Если повезет, за ночь можно сделать сразу несколько ходок. Поймать верблюдов помогают вот такие самодельные ограждения. Их пограничники устанавливают на подходах к так называемой зеленой зоне. Він зроблений з різного роду, звичайного дроту, колючого дроту. Це примітивний засіб. Но вот общественные активисты уверены, никакие ограждения, даже штрафы контрабандистов не остановят. Пока будет спрос, будет и предложение. Если зловили тебя с партией, тебе дают штраф. А что для контрабандиста заплатить их каких-то там 1700 гривен штрафу, когда он на одном ящику зарабатывает где-то 300 евро? В Румынии раз зловили, тебе дали штраф, другий раз зловили, и то у них за две коробки садят там на 3 роки, на 4. Единственный способ побороть сигаретную мафию – вести уголовную ответственность и сажать контрабандистов за решетку, уверены активисты. Вот только пока общественников не слышат или не хотят слышать. Ольга Поломарюк, Игорь Рига, подробности, телеканал Интер, Черновицкая область. Ну а в Николаеве незаконно подторговывают елками. Там изъяли почти 200 елей. Чаще всего браконьеры разворачивают торговлю на оживленных перекрестках. За день рейда полиция обнаружила 6 таких вот нелегальных
точек. Стоимость изъятых деревьев 18 тысяч гривен. На продавцов составили админпротоколы, и теперь им придется заплатить штраф. Нет документов на реализацию елки. У меня есть. Я же показал документы. Но у вас документы, что вы купили эти елки, а меня, да. А право реализации СПД у вас нет. Ну так я ж не торговал. Мой товарищ попросил посмотреть меня за елкой на тот момент, когда он отошел. Турецкие полицейские Мевлют Мерт Алтынташ, который застрелил российского посла Карлова в Анкаре, ранее обеспечивал охрану президента Реджепа Эрдогана. Об этом сообщают турецкие СМИ. Впрочем, официальные власти страны заявляют, что нападавший был завербован политическими оппонентами, как утверждают правоохранительные органы, теми, кто еще летом пытался предпринять попытку захвата власти. Не промолчали и сирийские повстанцы. Представители антиасадовской группировки «Армия завоевания» взяли на себя ответственность за убийство российского дипломата. Бронетехника в центре Будапешта. По приказу антитеррористического центра страны патрулирование улиц столицы были задействованы БТРы. Технику расставили в местах скопления людей на рождественских ярмарках и возле торговых центров. Также под охраной брони министерства и государственные ведомства. Сотрудники центра АТО на патрулировании в полном боевом обмундировании. На такие меры пошли после теракта в Берлине. Среди погибших в Берлине, возможно, есть гражданин Украины. Об этом сообщают украинские дипломаты в Германии. Сейчас полиция проводит идентификацию тела. А немецкая полиция ищет террориста, который в понедельник вечером на грузовике врезался в толпу на рождественской ярмарке в Берлине. За информацию о преступнике предлагают вознаграждение 100 тысяч евро. Напомню, жертвами этого нападения стали 12 человек и более 50 получили ранения. Все подробности расскажет Татьяна Лагунова. Немецкая полиция снова ищет в Германии за ее пределами террориста, который сидел за рулем грузовика. Беженца из Пакистана, который еще вчера был главным подозреваемым в совершении теракта, отпустили на свободу. Полиция ошиблась, он невиновен, задержали не того. Вот он, новый главный подозреваемый, Анис А. из Туниса. Ему чуть больше 20, точный возраст неизвестен. У Аниса несколько паспортов. Имел приводы в полицию из-за рукоприкладства. По данным спецслужб, был связан с исламистами. Мы ищем этого человека, но хочу сразу сказать, пока он подозреваемый, а не преступник. Расследование продолжается. В кабине грузовика полицейские нашли документы подозреваемого, решение миграционной службы о депортации. В прошлом году он просил убежища в Германии, но получил отказ. Где предполагаемый террорист сейчас, неизвестно. Полиция просит немцев о помощи. Сейчас всем нужно быть начеку. В случае малейших подозрений просим звонить в полицию. Мы сразу же проверим полученную информацию. По всей стране усилены меры безопасности. Вокзалы, аэропорты и стадионы, где проходят матчи футбольной Бундеслиги, охраняют дополнительные наряды полиции. Много правоохранителей и на рождественских рынках. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое бюро телеканала Интер. По берлинскому сценарию планировали теракт и в Великобритании, но местные спецслужбы сработали четко. Преступников удалось задержать. Их арестовали ровно за неделю до трагических событий в Германии. Существует ли связь между немецкими и британскими террористами, разбиралась Светлана Чернецкая. Берлинский теракт должен был стать не единственным в Европе. В канун Рождества серию атак планировали и в Великобритании. За неделю до немецкого теракта Скотланд-Ярд провел ряд задержаний по всей стране. Тогда новости о разоблаченной ячейке джихадистов не восприняли всерьез. Дескать, ничего особенного, полиция делает свою работу. Но после берлинской трагедии восприятие изменилось. По данным контрразведки, британская ячейка совместно с другими боевиками исламского государства в ЕС должна была осуществить небольшие пробные нападения, чтобы проверить реакцию спецслужб. Британские исполнители уже прорабатывали последний этап перед нападением, изготавливали взрывчатку. За решеткой оказались пятеро мужчин и одна женщина в возрасте от 22 до 36 лет. Известно, что их действия курировал высокопоставленный командир ИГИЛ Абу Сулейман Аль-Фиранти, ответственный за внешние операции группировки. Он играл ключевую роль в организации терактов в Париже и Брюсселе. И, вероятно, этот же человек стоял за нападением в Берлине.
Конечно же, разоблачение одной ячейки джихадистов не означает, что Британия может вздохнуть с облегчением. Угроза террористических атак по-прежнему высока. Полиция ужесточает меры безопасности. По всей стране сотни рождественских ярмарок будут патрулировать вооруженные до зубов офицеры. С сегодняшнего дня возле Букингемского дворца перекрывают движение транспорта на время смены караула. Это действо ежедневно привлекает сотни туристов. Усилят охрану и возле всех главных достопримечательностей Лондона. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер». Кто стал лучшим тревел-фотографом уходящего года, как самый короткий день в этом году отпраздновали в Стоунхедже и сколько раундов продержался снеговик против панды. Об этом и не только в нашем обзоре. В Великобритании подвели итоги международного конкурса «Тревел-фотографии». Среди лучших работ снимки заснеженной улицы в Нью-Йорке и водной фермы в Китае. В этом году главный приз достался португальскому фотографу. Джоэль Сантос покорил экспертов снимками впадины Дананкиль в Эфиопии и ганскими рыбаками на озере Басумтви. Также жюри выбрали лучшего молодого тревел-фотографа. Им стал 14-летний Дарпан Басак из Индии, который самостоятельно обучался мастерству фотографии. В борьбе со смогом и загрязнениями воздуха китайский дизайнер Ванг Чжицзюнь создал необычные маски. Делает их из дорогих кроссовок. Изобретатель утверждает, что такие маски более эффективны и рекомендует использовать их именно во время бега. У Ванга уже несколько тысяч подписчиков в Инстаграме, а самая дорогая маска стоит $700. Впрочем, дело не только в моде. Ванг пытается привлечь внимание общественности к проблемам загрязнения окружающей среды. В Париже найдена ранее неизвестная работа Леонардо да Винчи. Это изображение святого Себастьяна, привязанного к дереву. Владелец, пожелавший остаться неизвестным, даже не подозревал, какой раритет в течение многих лет хранился у него дома. Специалисты оценили эскиз в $16 миллионов. Панда против снеговика. Настоящее сражение животного со снежной фигурой удалось запечатлеть сотрудникам канадского зоопарка в городе Торонто. Они решили в подарок для своей любимицы, взрослой панды по имени Дамао, слепить снеговика. Но их презент не простоял и 3 минут. Дамао в своем вольере сначала весело играла с ним, а потом решила сломать. Эти панды не впадают в спячку зимой, как другие медведи, поэтому очень любят играть со снегом. Самый короткий день года отпраздновали в Стоунхедже. Тысячи людей, несмотря на неблагоприятный прогноз погоды, по традиции собрались на Солсберийское равнине в графстве Уилтшир, где находится легендарный Стоунхедж, чтобы отпраздновать день зимнего солнцестояния. Язычники, друиды и просто любознательные. Самый короткий день длится всего лишь 7 часов 49 минут. С зимним солнцестоянием связано много поверий и обычаев. Желания, загаданные сегодня, обязательно сбудутся, а все начатые дела увенчаются успехом. На этом наш выпуск завершен. Хороших вам новостей и до встречи завтра.